Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить XCOM, и в прошлый раз я хотел начать одну миссию, но перед тем, как это сделать, я все-таки посмотрю, что у меня еще происходит. Пси-технологии. Ну, в принципе, да. Поехали? Поехали, наверное. Почему здесь 4... 4 повесочки, при том, что у меня всего 3 региона. За башни и за вышки тоже, что ли, дают? Возможно. Возможно. Ну ладно, поехали на миссию. Да, сложная миссия, но дают инженера, убирают безликих. Взломать компьютер. Альтернативно. Нет, альтернативно... Нет, я могу выбрать. А, это она и выбрана, центральная. Альтернативно защитить ради ученого нормальной сложности. И не увеличивать стоимость новобранцев. И альтернативно убрать НЛОшку и получить разведданные. Я думаю, все-таки инженер мне сейчас нужнее всего из этого. Но она сложная, это меня немного пугает. Но хрен с ним, поехали. Надо уже перекрасить этого хавика. Так что я возьму и перекрашу этого хавика. Потому что за кадром я забиваю на это. Нет, не цвет кожи, цвет брони. Какой у меня там был? Вот такой, по-моему. Дополнительный цвет брони какой-то такой, по-моему. Похож? Ну, пофиг. Немножко отличается, но похож. А, пулеметы им тоже, наверное, надо будет перекрасить потом, но это уже потом. А, никаких предметов у меня здесь нет. Броня у меня делается для снайпера, которая паук. Или как она там. Так что все так. И персонажи все тоже эти. Вроде сойдет. Может быть, стоит второго суппорта взять. Вместо одного из пулеметчиков. У кого из пулеметчиков было... Так, нет, это не пулеметчик. У нее был географическая подсветка, это правильно? Нет, у нее была тяжелая артиллерия. У кого-то у меня точно была подсветка. Это куча гранат. Совсем куча гранат. У тебя? У тебя вообще ничего нет. Потому что ты нуб. Интересно, у кого-то у меня есть голографическая подсветка. Видимо, она у меня дополнительным скиллом кому-то другому далась. Может быть, кстати... Да. Суппортом. Я думаю, я уберу этого хавика пока что и возьму вместо него еще одного суппорта. И второй суппорт у меня, по-моему, был чуть-чуть вкачан в хак. Правильно? Ну, совсем чуть-чуть. Но я хочу дальше вкачать его в хак, потому что хакать роботов — это, по идее, хороший план. Так что пока что такой отряд. Два пулеметчика — это, конечно, хорошо, но... Пофиг. Без пулеметчика разберемся. И снайперша — это с пистолетом? Да. Допустим. Это не значит, что я буду использовать за нее пистолет обязательно. То есть, если будет хорошая позиция в начале, где ее можно посадить на крышу, чтобы она оттуда снайперила, я за. Но если не будет, то что поделать? Начать задание. Resistance scouts located an exposed access point in this area tied directly into the Advent network. We lost contact with the squad shortly thereafter, but not before they sent a data fragment tied to the aliens' latest operation. We're moving to recover the data, but we'll have to work fast to hack the network before Advent shuts down the connection. Be prepared to neutralize all hostile contacts and secure the area. Okay. Конечно, в таких вот миссиях намного логичнее было бы, если бы таймер включался только после того, как меня обнаружат. Потому что, как бы, зачем им отключать доступ к этой фигне, если тут никого нет, никто на них не нападает. Но, увы. 8 ходов. Так, ну, снайперских позиций поблизости я никаких хороших не вижу. Я их вообще на карте хороших не вижу. Особенно учитывая, что там что-то в доме. Так что, наверное, снайпер все-таки будет пистолетить. Пистолетить снайпер будет вот отсюда.
Машины — это нехорошее укрытие. Но лучше, чем ничего, наверное. Я, наверное, может быть, могу хакнуть. Нет, я не могу хакнуть. Не отсюда, по крайней мере, столб. Надо к нему подбежать поближе. Я думаю, я могу потратить полный ход на то, чтобы там добежать сюда. Всеми. Меня, по крайней мере, не обнаружат, скорее всего. Или я кого-то увижу, окей. Там. Отлично. Теперь я знаю. Это офицер или это ванцер? Стоп, что? Это пехотинец, у которого 6 хитпоинтов? Потому что это визуально не офицер и не ланцер. У офицеров какой-то шарф есть, у ланцеров есть меч на спине. Это ни на то, ни на другое не похоже, так что я вообще понятия не имею, что тут происходит. Но я могу сюда пробежать, наверное. Ты пока сиди в стелс Overwatch'а. Они вряд ли пойдут в эту сторону, так что я, наверное, могу вот это вот как укрытие сюда засесть. Или за камень. Тоже вариант. Такого нападения. Сколько урона? 2 урона. Окей, и удвоенный по роботам. Так что это все-таки не такая плохая билка, но у нее 2 заряда на миссию. Не уверен на 100%. Да, они, естественно, не ко мне пойдут, они пойдут в ту сторону. То есть, они могли бы ко мне пойти, но они пойдут не туда, где они были бы проблемой. Так что все хорошо. Руки молнии, это пистолетный выстрел. Там половинное укрытие, тут полное укрытие. Но меня обнаруживают? Что? А, потому что это, да, понятно. Понятно. Сюда я не могу забежать. Не теряя стелса. Я могу убить одного из них. И это именно гарантированное убийство, потому что у меня 6-8. Ну нет, это не гарантированное убийство сектоида, но гарантированное убийство всех остальных. Стоп, нет, это даже... Это пехотинец, у которого 7 хитпоинтов. Интересно. Ладно, ты в полное укрытие. Ты можешь сюда, но это абсолютно бессмысленно. Ты можешь сюда. Это половинное укрытие хотя бы. Наверное, да. Ты теперь можешь сюда подбежать. Кого туда лучше поставить? Хавика или... Кто это вообще? Лучше туда, наверное, поставить вот этого вот суппорта, потому что у него есть географический выстрел, который очень поможет. А если что... И выставить всем Overwatch, а снайпером убить кого-нибудь одного из них. Звучит как план. Также я могу хакнуть что-то. Могу хакнуть целых 2 разных столба. Что они мне дадут? И что они врагам дадут? Что важнее немного даже. Подкрепление. Сила воли. Пофиг. Или взять под контроль случайного врага на 2 хода. Пофиг. Не нужно. Второй столб, по-моему, они одинаковый эффект дают, но я на всякий случай посмотрю, что еще и второй столб делает. Вдруг у них все-таки разный эффект. Нет, то же самое. Окей, тогда. Отменить все. Почему он отменяется так долго? Тогда Overwatch всем, кроме снайпера. Снайпером убить, наверное, лансера проще всего, потому что его я почти гарантированно убиваю. И он самый опасный из всех.
Overwatch всем остальным? Всем ли остальным? Я думаю, не всем остальным. Тебе точно Overwatch? Черт. Тебе точно Overwatch? Тебе точно Overwatch. Остальные двое, может быть, что-нибудь сделают после. И выстреляю все-таки по сектоиду, потому что есть очень приличный шанс его убить. 95% шанс попадания, довольно приличный шанс просто нанести ему 8 урона, и еще и хороший шанс крита. Ну, 8 урона. Все по плану. И обнаружили, они сейчас будут разбегаться и будут умирать от этого. Минус лансер и минус почти минус пехотинец. У него копейки, конечно, останутся. Но я могу его докинуть гранатой. Наверное. Да, я определенно могу его докинуть гранатой. Там гражданских вроде бы никаких нету. И у меня 3 гранаты, так что... как бы... мне не жалко ему одну подарить. Только перед этим я хочу все-таки подбежать сюда, в полное укрытие. Потом уже кинуть в него гранату. Кинуть ее... ну, вот так, например, дерево заодно снесу. Может быть. Попаду по нему, по крайней мере. Ну да, пол дерева снесу. Тоже вариант. Продвинутый солдат, понятно. Как насчет дать мне управление обратно? Да, спасибо. И только ты можешь ходить и... допустим, полное укрытие и Overwatch. Я за. Overwatch. 7 ходов. Окей. И я обнаруживаю врагов. Офицер и 2 пехотинца? Да. Окей, это нормально. Почему я не могу? А, потому что нужен полный ход на это. Да, это снайперская билка, так что на нее нужен полный ход. Довольно логично. Я думаю, мне стоит подбежать куда-нибудь поближе, чтобы видеть больше врагов. Поближе нет хороших укрытий. Есть только половинчатые, которые не очень удобно расположены. Отсюда я не вижу вообще никого. Я никуда не могу подойти, откуда я вижу кого-нибудь. Просто дальности, похоже, не хватает. Так что я подойду вот сюда. Это может вскрыть... нет, это не вскроет. Еще один пак, окей. А, тогда я просто поставлю Overwatch. На случай, если кто-нибудь... там какой-нибудь лансер ко мне побежит. Или что-то подобное. Я могу, в принципе, убить укрытие этого чувака. Или я могу кинуть в него гранату, что убьет и укрытие, и задамажит его самого. Снайпер по нему может стрелять, правильно? Да. Причем граната — это гарантированное убийство укрытия, в то время как... если я буду стрелять по его укрытию, то это... шанс. Это попадание, опять же, нужно в нему попасть как-то там. Так что... я бы хотел дальше, конечно, гранату кинуть, но не докидываю. Так что вот так, наверное. Еще и 4 урона. Я даже не уверен, хочу ли я снайпером его добивать теперь. С такой жизнью. Ну, кому-то надо его добивать. Крит 9. Многовато. Этот камень является полным укрытием. Это хорошо. И от камня...
Я смогу с приличным шансом попасть по этому да, это пехотинец, это не лансер. Они оба не... А, почему я думаю, что там есть лансер? Я не знаю. Но они оба пехотинцы. Альтернативно... Куда я могу добежать рывком? Я могу добежать сюда, это не будет считаться... Стоп, я могу добежать сюда, и это будет считаться выстрелом по нему с фланга. Да. Это так работает. Это так работает. Это имеет кулдаун в 4 хода, и я все равно промахнусь. Идеально. Машина уже взорвалась. Так что, наверное, я могу то же самое сделать и поэтому еще пострелять. Ну, по нему уже, собственно. Чего же вы такие косые? Он вообще хотя бы в укрытии стоит. Это должно считаться укрытием с той стороны. Ты единственный, у кого остался ход, блин. Ну, подойди поближе сначала, я не знаю. Whatever you say. Хотя бы этот попал, но не убил. Точно надо было это сначала сделать. Повесить на него метку. Какой уворотливый пехотинец. Окей, это не должно, наверное. Да, не попадет. Укрытие, вся фигня. Ты можешь, наверное, я не знаю, подбежать сюда и расстрелять его отсюда, но это плохая идея. Гранату еще одну я на него тратить совсем не хочу. У тебя шанс попадания плохой. Наверное. У меня есть два выстрела. Правильно? Ведь здесь два выстрела. Руки молнии. 65. И потом я могу еще просто нормально выстрелить, но это не нужно. В этого я не попаду из пистолета, он слишком далеко. А, ну тогда просто подойди поближе. Так, он все равно будет считаться в укрытии. Но опять же, я могу подарить ему гранату. Или я могу подарить ему... Что именно я могу ему подарить? Наверное, граната — это все-таки самый оптимальный вариант. Подбежать куда-нибудь сюда, подарить ему гранату и одним из рейнджеров его добить. Я могу пострелять по нему с географической пометкой, но лучше вместо этого я... Нет, отсюда я гранату ему не подарю, окей, но я могу просто по нему пострелять. Лучше вместо этого медиком я себя отхилю. Это звучит как более хороший план. Это мой один из самых прокачанных бойцов. Так что не умирать ему было бы неплохой идеей. Он может даже полностью себя отхилить. Два раза за один ход. Ну, не полностью два раза, а два раза отхилить, и поэтому полностью отхилиться. Все равно я почти никуда не деваю аптечки, так что это хороший план. А, наверное, имеет смысл бросить гранату хэвиком. Надеюсь, еще раз машина не взорвется. Окей, теперь у него нет укрытия, и теперь он умрет от одного выстрела шотгана. Надеюсь. Да.
И остальными. Ну, тебе Overwatch, ты впереди относительно. Тебе можно там вот сюда подбежать и... Тоже, наверное, Overwatch, если я никого не обнаружу. К чему бы это? Интересно. Окей, постепенно продвигаемся, в том числе и снайпером. Обнаружу кого-нибудь? Нет, удивительно. Допустим, сюда. Ты перезарядись. Ты, допустим, тоже сюда подбегай. Ты, допустим, тоже сюда подбегай. Ты перезаряжайся. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Если я сюда пододвину специалиста, то он сможет хакать отсюда. Скорее всего, потому что я обнаружил цель оттуда. Нормально. Два патрона еще есть. Мне не хочется подходить к этому баллону. Потому что он мне кажется немножко опасным. Совсем немножко. Так что я подойду вот сюда. Это может сорвать пак? Нет, не сорвет. Удивительно. Я подойду вот сюда. Это даст мне возможность хакать терминал или нет? Нет. То есть нужно еще ближе. Ладно, сиди пока здесь в Overwatch. Ты, я вообще не знаю, что будешь делать. Ты загляни-ка вот отсюда внутрь. Враги не обнаружены. Удивительно. Сход сайта нет, так что Overwatch нет особого смысла. Пройди туда. Overwatch всем. Три хода. Теперь два хода. Два моих хода. Правильно? Промах, промах. Остальные не стали стрелять. Шесть урона недостаточно. Семь урона слишком много. Но они не будут сейчас ничего со мной делать, это хорошо. Ну, теперь можно и развлекаться. Так, ты... 70 по тому, 50 по тому. Руки Маунии, конечно, не допрокачались. Ну, не дооткатились, точнее. Ладно. Ты можешь, в принципе, зарубить нафиг любого из них, по-моему. 9-11 по одному. 6-8 по второму. То есть вайпера нет, вайпера не можешь зарубить. Изнутри... мне не кажется такой уж хорошей идеей. Это половинное укрытие. Ладно, для начала попробовать разобраться с заданием. Подбеги сюда, и, возможно, ты оттуда сможешь хакать цель. Я бы даже сказал, скорее всего, сможешь хакать цель отсюда. И вряд ли сорвешь еще один пак, да. Да. Окей. Это отключит таймер, все станет хорошо в этом плане. У меня дрон горит, спасите. Взломать небольшой объем разведданных или большой объем? 31% я рискнул. Я бы и этот не получил, окей.
Я могу взорвать укрытие сектоида, но это совершенно не нужно, потому что сектоид у меня умирает от рейнджера. Меня немножко больше пугает вайпер. Почему я не могу... А? Какого хрена? Почему у меня мышка там, а оно подсвечивает сюда? Какого черта? Это просто тупо. Почему он так не хочет сюда встать, тупое управление? Из всех игр, в которые я играю с таким вот типа стратегической камерой, обзором и прочей фигней, в XCOM наиболее идиотское управление. Ладно, я не знаю, беги назад, сиди в полном укрытии, потому что ты на этот ход вообще ничего полезного не сможешь сделать. Ты можешь, в принципе, подбежать и сломать укрытие кому-нибудь. Например, вайперу. Ведь можешь? Скорее всего. Да. Прощай, дерево. Как ничего в самого вайпера не попало? Удивительно. Прощай, вайпер. Прощай, вайпер. Ну и... Я как-то все-таки не хочу внутрь забегать, так что с этой стороны. Прощайся, кто это. Отлично. Happy now? Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Окей, один раненый, увы. И даже если отхилиться до полного, он все равно остается раненым. Теперь я это знаю. Но я и так... предполагал, но он, может быть, будет слабо раненым. Ноль потерь, все враги убитые. Все неплохо. На самом деле, не такая уж сложная миссия оказалась. Новый рекорд урона, новый рекорд убитых врагов. Ну, урона понятно, потому что у меня теперь снайпер... Ну, хотя пулеметчик не стрелял. Но у меня теперь снайпер с более крутой снайперкой и эти... рейнджеры с более крутыми мечами. Да, надо было, наверное, нажать капс, чтобы оно быстрее... быстрее вернуло меня на базу. Что я заработал? Повышение одно. А, ну, это более хакер, так что у нее я буду брать перехват управления. Медик ранен, и серьезное ранение все равно. Печаль, печаль. Гидровалерия, приклад на 2 единицы урона при попадании, окей. И куча всяких трупов. And your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Инженер, это отлично. Инженера можно засунуть сюда, чтобы он быстрее с этим разбирался. Инженера можно засунуть сюда, чтобы он строил паука быстрее. Наверное, сюда более. А, нет, стоп. Нет. Иди нафиг отсюда, во-первых. Инженера нужно, конечно же, засунуть вот сюда. Чтобы он дал мне еще две возможные связи с двумя регионами. И мне нужно больше мощности, чтобы улучшить эту фигню. Но оно все равно только количество инженеров, слотов для инженеров прибавляет. Так что это не критично. Теперь я могу связаться с еще двумя регионами. И теперь я могу доехать до одного из... до одной из, как бы, сюжетных миссий, не знаю. До одной из миссий, которая с вот этим вот аватаром связана. Тайник с ресурсами. Я чуть-чуть подожду. Хочу посмотреть, что у меня здесь еще происходит. У меня есть два региона. То есть я могу сюда приехать, установить контакт. Или даже я могу просто вот с этими двумя установить контакт. Но либо так, либо так. То есть и туда я не дотянусь. Наверное, сначала стоит построить эту фиговину. Да. Я надеюсь, я не поймаю НЛО по пути. Setting course for Sector 9, Western United States.
Действительно, не понимаю. А, ну, строить. Нехорошо. Совсем нехорошо. Окей. Окей. We're in the clear, Commander. No further sign of the pursuing UFO. Setting course for Western United States. Ну, оно заставило меня потратить сутки или около того. Signal's coming through clear. Теперь больше дохода. 10 дней у меня до того, что это станет важно. Ну, то есть оно и так слегка важно, но все-таки. А, товары на черном рынке дешевле. Не уверен, что это полезно. Поехали устанавливать контакт с этой фигней. Потому что там миссия. И миссию я бы хотел, не знаю, пройти в следующем месяце или, возможно, даже в этом. Окей, паук. Один костюм паук. Как оно работает и что оно дает? Я знаю, что писали, что его полезно на снайпера вешать. У меня есть снайпер. У меня есть целых два снайпера, но, наверное... Нет, это не то, что хотел сделать. Пистолеты. Я думаю, стоит на нее его повесить. Костюм паук. Больше здоровья, сильно больше здоровья. На единичку больше мобильности, 20 уклонения. Неплохо. И захват. Крюк. Может. В общем, можно подняться на крышу. Не только там, где можно подняться на крышу в нормальной ситуации. И мобильности у ворот. Допустим. The spider suit will improve our soldiers' chances of dodging an attack, while also providing increased agility and grappling capability. Сойдет. А, так. Окей. Где эта вся фигня была? В инженерном отсеке, правильно? Зона испытаний. А, сделай заодно. Экзокостюм. Почему бы и нет? Экспериментальные патроны и гранаты, да, это тоже хорошая идея, но они дольше, и все-таки броню взять хорошую, это, мне кажется, тоже неплохой идеей. Я подозреваю, что экзокостюм замедляет и дает вместо этого там больше брони, больше защиты, и вообще в этом плане лучше. И он вроде как дает еще один слот для гранаты или еще чего-то подобного. Но я не знаю, что именно он делает. 4 дня здесь, 2 дня до пси-технологии, надо будет построить... пси-лабораторию где-нибудь. Ну, а пока что все окей. Так. Поехали сканить дальше. Ну, устанавливать контакт. Да. I've made a number of interesting discoveries, Commander. Улучшенный пси-усилитель. Только вскрытие, потому что на Иллирии у меня нет кристаллов. Чего у меня меньше всего из трупов? Где инвентарь был? Without access to refined fossil fuels, power is difficult to come by outside the cities. Even among the staunchest of anti-alien. Обломки Майка 1, обломки турели 1. Из кого делается, блин, я не помню уже. Из безликого, по-моему, делается этот голограмма, которая очень полезна вроде как. Но с другой стороны, их я, скорее всего, накоплю и так. Хотя я отменил их, так что нет. Стоит. Безликого. Вскрыть. Тем более, она всего 2 дня. Это я уже совершил. Вроде бы. А, и тем временем у меня за 2 дня... Нет, за 2 дня у меня не следуется это. Жаль. Окей, заставки.
Да, я теперь туда могу дотянуться. Мне пока не нужно туда дотягиваться. Мне бы лучше еще плюс один контакт и дотянуться вот сюда. Хотя я это могу сделать. Нет, я могу это сделать только с этой стороны. Окей. Можно построить вышку, и это займет, скорее всего, достаточно... Нет, нельзя построить вышку, у меня денег нет. Это было бы очень хорошей идеей, потому что я через 5 дней получу деньги. И если я успею построить, то я получу сильно больше. Альтернативно, я могу, наверное, поехать на черный рынок продать что-нибудь, но продавать я ничего тоже особенно не хочу. Так что я пойду вместо этого тайник с ресурсами покопаю. Я не знаю даже. Или с этим. Если я установлю контакт с Западной Азией, это плюс 48 денег, и это, скорее всего, займет немножко меньше времени. Или больше времени, не знаю, успею ли я. Commander, we have the position of a UFO that's set down in this region. If we move fast, there's a chance we could recover a nice haul of supplies and equipment. Ну, это хороший план для следующего видео. Наверное, это получится немножко покороче из-за этого, но НЛУ я хочу перехватить. Так что, скорее всего, я установить контакты не успею, но что поделать. Кого я хочу взять с собой? Медик у меня все еще... Так, кто у меня лишний? У меня лишний один из рейнджеров. Медик все еще раненый, он еще 9 дней ранен. Еще один медик у меня, по-моему, есть, но не прокачанный вообще, так что на самом деле это не медик. Да, вообще ничего. И брать совсем не прокачанного бойца на такую миссию я не хочу, как-то слегка. Так что я возьму второго снайпера. Наверное, это какой-то план. Не уверен, что это особенно хороший план, но все-таки. И тебе аптечку. Ты не медик, но ты хотя бы правильного класса. Не знаю, какая разница, кто какого класса, но все-таки. Произвести я ничего полезного не могу, правильно? Ну, сканер боя или дымовую гранату. Или мелкий броник. Броня хищника. Дополнительное место для переноса предметов. Мне это очень интересно, но у меня нет столько денег на эту броню. У меня, скорее всего, но у меня будет на одну. То есть 300 я хочу, наверное, в другие места потратить куда-нибудь. Лучный пси-усилитель для псиоников. Псайкеров. Да. Ладно. Такой отряд. Два снайпера, два рейнджера, пулеметчик и техприст. Поехали, но миссию сама я буду в следующий раз выполнять. Не уверен, что мне нужно два снайпера на миссии с НЛО. Кстати, ну пофиг. A group of resistance operatives working out of this area managed to disable a grounded UFO. We're deploying near their last position to take control of the site. Neutralize all hostile contacts and seize whatever cargo you can get your hands on. Окей. Menace 1-5, UFO site coordinates locked in. Move to secure the area, neutralize all hostiles. Squad concealment active. Ну, это все в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.